В северной части площади Чинкве-Сколле виднеются развалины, примыкающие к зданию церкви Санта-Мария-дель-Пьянто. Не перепутать ее с задним входом в ресторан поможет соответствующая надпись над входом в храм. «Пьянто» — по-итальянски «плач». Рассказывает, что в 1546 году неподалеку от церкви Санта-Мария-дель-Пьянто зарезали человека. Это произошло прямо перед образом Богоматери, висевшим на стене. Сбежавшиеся люди увидели на глазах Мадонны обильные слезы и в честь явленного чуда решили построить храм. Вот только как следует закончить начатое не получилось. К тому же в конце 19 века в здание ударила молния, правда, с тех пор церковь отреставрировали, и она функционирует. Но вид у нее и в самом деле плачевный.